Ну что, дорогие друзья, всем здравствуйте. Сейчас в Москве 3 часа ночи. Вся Москва абсолютно пустая. Нету ни единого трафика, и вы не найдете ни одной пробки. Но прямо сейчас произойдет что-то невероятное, во что я сам очень слабо верю. Ну, смотри, ты мне утверждаешь то, что ты сейчас делаешь всю Москву красной. 8, 9, 10 баллов будет по Москве. Сейчас 3 часа ночи у нас, правильно? Вся Москва будет красной от стыда просто. Мы сейчас будем проверять все досконально. Открываем навигатор и видим то, что вся Москва максимально зеленого цвета. И сейчас она, по сути, должна превратиться в красную, и пробки должны дойти до 10 баллов. Ибрагим, аулаукус, пусть он нажмет. О, Москва красная, 10 баллов. Да навигатор доставай. Доставайте свои телефоны. Доставайте телефоны. Все, доставайте телефоны. По каждому телефону прямо сейчас проходимся и смотрим. Я не верю в это. Вот, человек простраивает маршрут. Ой-ой-ой, там вообще топчик будет сейчас. Это очень красиво. Насколько я понимаю, вообще 150 километров в час невозможно, да, по таким пробкам ехать? Ну, я думаю, видно, да, что никаких пробок нету, а по карте мы просто едем в пробках. Мы были на Кутузовском 14, я поставил несколько домов вперед, на Кутузовске 36. Нам ехать 18 минут, посмотри, как время улетучивается. Каждая минута сейчас равна реальным, наверное, секундам 5. Сейчас вон царь таксист едет. А что с навигатором? Что происходит? Вообще дурдом, глючит у них. Навигатор красный? Показывал, да, пробки. А сейчас почему? Тоже, да. Почему? Мне кажется, кто-то ломает Яндекс. Первый раз такая тема? Да. Ребята, перед тем, как вся Москва стала красной, мы посадили нашего оператора в такси. Реакция таксиста была очень забавная, посмотрите на это. Вся Москва красная. Может быть, снег чистят. Ну как такое может быть в 2 часа ночи? Сейчас доедем, посмотрим. Это снег, ну снегопад, из-за снегопада, скорее всего. Они могли взломать? Кого, Яндекс? Ну да. Вряд ли. Вряд ли? А если взломали, так какие-нибудь ребята? Надо Яндексу, значит, на работу их взять. То есть вы вообще осознаете, какую масштабную тему пацаны сделали? В 3 часа ночи начали, уже больше часа Яндекс не может справиться. Ну что, это издевательство происходит уже почти 2 часа, и вся Москва по-прежнему красная. Я что хочу тебе сказать, Бихан, я тебе предлагаю прекращать это издевательство и также по кнопке вырубить. Возможно это? Конечно. Видишь, 10 баллов. Сейчас по нажатию одной кнопки мы все это останавливаем. Я начал хаос, а ты остановишь этот хаос. Я останавливаю Яндекс, я вам помогаю. Я спасаю вас сейчас. По новой заходим в навигатор и видим вот такую картину. Давай я тоже покажу. 0 баллов. 0 баллов, друзья. Ни единой пробочки в Москве сейчас нету. Сегодня система была сломана. Объективно это пойдет по всем СМИ, объективно это был мировой уровень.